Более 200 абитуриентов Алматинской области будут обучаться в колледжах промышленных регионов по программе «Молодежь в индустрию». А некоторые из будущих студентов получили гранты на обучение в вузы Караганды, Темиртау, Петропавловска и Семея. Напомню, Минобразование и науки запустило проект по обеспечению новыми кадрами индустриально развитые регионы республики, где не хватает рабочих. Всем участникам программы положены комнаты в общежитии, бесплатное трехразовое питание и стипендии. Помимо этого, им будут оплачивать междугородний проезд. А после окончания учебы молодым гарантируют трудоустройство. Я думаю, эта программа должна стать большой поддержкой для молодежи. Она открывает для них новые перспективы, дает возможность реализовать себя как личность. Особенно она хороша для детей из малообеспеченных и многодетных семей, которые вряд ли смогли бы позволить себе обучение за свой счет.